Человеку, живущему в домике у ручья, нравилась лодка, поскольку была ничья. И на ней можно было плыть на далекий север. Только в доме плакал навзрыд его странный сын. Он всегда скандалил, если сидел один. Неудачно взошли отцовские знать посевы. Человеку, живущему в хижине у воды, нравилось время с пары воюющей льды, потому что оно означало весну и счастье. И что самое главное, птица водил творец, и они свиристели, тут же смолкал малец. И глазенками хлопал и плакал не слишком часто. Человеку, живущему в раковине у скал, нравилась стрелька малиная у виска. Нравился запах моря и шум прибоя. Мальчик рос, но при этом никак не хотел взрослеть. Из отцовских волос постепенно исчезла медь, серебром сменяясь и налитью голубою. И когда от удара в сердце отец умрет, а потом уснет его сын и накроет лед, эту реку, скалы, время своим покровом, вот тогда ты поймешь, что у меня внутри. Не стесняйся, подсядь поближе и посмотри. То ли глупый мальчик, то ли седой старик, кто-то из них двоих не диктует слова. Ну и все. Спасибо. Спасибо.